Мурманская область – перспективный регион для реализации инфраструктурных проектов в Арктике. Доклад на эту тему представлен на международной конференции «Офшор Маринтек Раша». Выставка по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения континентального шельфа открылась в Санкт-Петербурге. В работе конференции примет участие делегация Мурманской области. На региональном стенде представлены такие предприятия региона, как «Мурманшельф», судоремонтный завод «Нерпа», 35-й судоремонтный завод и другие. Конференция и выставка «Офшор Маринтек Раша» собрала на своей площадке более 3000 участников и продлится до 10 октября.